Уважаемые земляки, гости нашего славного города Ульяновска, решите мне от лица ветеранов боевых действий, от себя лично, поздравить с этим приближающим Новым годом. Пожелать им здоровья, счастья, благополучия, семейного теплого уюта, чтобы каждая семья почувствовала этот Новый год с положительной стороны, чтобы в каждую квартиру к детям постучался Дед Мороз, принес подарок. Еще раз всех жителей города Ульяновска и Ульяновской области с Новым годом!